давай. Yeah, давай, детка, давай. Лиск май пуси. Полежи май пись. Как впечатление? Где занимался? А что, узкий лифт? Узкий, не только лифт. Вот, давай в БМВ залезем, в шестую БМВ. Вот туда прямо. Нормально. Аккуратно. Ну что, давай твою теперь попку. О, хорошо, хорошо, как ты ее. Давай. Всем привет. Первый тебе вопрос. Как часто у тебя бомбит? Как видим, мне кажется, очень часто. А как там сзади, все в порядке? О, смотрите, хвостик там болтается. То есть... Как часто меня бомбит? Да. Ой, если на перископе, то это пипец как часто. А ты там что делаешь, стриптиз танцуешь? Нет, просто я кривляюсь, там, жру всякую фигню. Как Хованский, что ли? Обзор шаурмы, что ли? Нет, они просто там, люди приходят, офига просто. Начинают нести какую-то чушь, типа то, что я это делаю на камеру и так далее. Я говорю, что это у меня само как-то получается, блин. И меня из этого очень жестко бомбит. Микрофон подключи. Бомбит! Девушки ведутся на деньги? Ну, некоторая часть, мне кажется, да. А покемоны ведутся? На тебя? На покебол, наверное. На покебол, да? На шарик такой, да? А если у меня... есть с собой. Так у нас, скажем, у парня есть два покебола. Кинем, да, в нее? Ну, здесь не на Невском, ладно. Нет, там нет, все нормально, да. Современные девушки легко заводятся? Заводятся в мире или сами заводятся там? Нет, так чуть пониже, вот так вот, так вот, да. Ты заводишься, нет? Из-за чего? Ну, там, вообще. Посмотрела на девушку, завелась там. Может быть, да. Да. Делают ли вегетарианки вкусняшку парням? Чисто этот вопрос какой-то странный. Но ты вегетарианка, нет? Нет. То есть делаешь вкусняшку? Ну да. Что? Ну отлично. Это вопрос подруга. Что ты выберешь, новенький айфон или репутацию? Вот это я тут я задумывалась, ребята. Но к айфону, поймали меня. К айфону еще чехол в подарок. Тогда репутация, да. А там нет чехла в подарок. Ну и что? А, у тебя есть чехол, подожди, ты и так в чехле уже. В чехле покемона. Почему девушки легко соглашаются на секс вечером в пятницу? Я не соглашаюсь. А прилагали? Я не знаю, почему я не соглашаюсь, да. Почему, я не знаю, почему. По идее должна, как бы, как приличная девушка, поломаться немножко, а в пятницу вечером уже как бы. То есть всю неделю я ломался, а в пятницу вечером уже как бы, да, там. Уже как бы нечего терять, да? Да-да-да. Если дилетант не платит за девушку на свидании, повлияет ли это на решение почпокаться с ним в дальнейшем? Я слышала этот вопрос, ты помнишь, мы смотрели это видео, я слышала. Это мое видео смотрела? Да. О, спасибо за рекламу, нормальная тема. Я смотрела, я думала, как бы я на это ответила, я не знаю. А вот, отвечай. Вообще-то да. Повлияет, да? Да. А если в столовую тебя сводит, нормально? Да. То есть потом уже гарантированно можно, да, почпокаться будет? А то вот есть, сколько нужно заплатить, чтобы дала? Да 200 рублей там ужин стоит хороший. Ну, 250. Ну, или шагу, да. А? Ну, или и все, я готова, да? Как следует наказывать мужчину за опоздание? Как следует наказывать женщину за опоздание? Шлеп. А мужчину как? Шлеп. Зачем ты повторяешь? Она этого хочет просто. Да? Я просто завелась, да. Ты уже завелась, да? Ничего себе. Я же ответила на вопрос. Ты когда-нибудь занималась сексом в лифте? Как впечатление? Не как впечатление? В лифте. Где занималась? Что, узкий лифт? Узкий, не только лифт. Нет! Нет! Я уже пила, да ладно, ладно. Ты чуть пониже, а то не видно твоего рта. Что ты делаешь, когда тебя осматривают с ног до головы пристальным взглядом? Да, так идут по улице. Снимаю костюм Пикачу, чтобы так не смотрели. Так буду смотреть еще больше. Нет, мне там одежда. А, ты что? Ну ты в трусик там, знаешь, да? Проветривай. Футболку, если. Следующий вопрос. Покажи футболку. Да ладно, за что она еще будет раздеваться? Футболку, она прикольная такая. Да тут долго тебе расстегивается еще. Нет. Как стриптиз? Ты стриптизерша, что ли? Завелась.
завелась. Еее, давай, детка, давай. У-у-у. Лиск май пуси. Полежи, май пуси. У-у-у. А почему бы нет? Кто готов в лиске май пуси? А, ю пуси, ю пуси. Лиска май ю пуси. А, ты уже свою предложил. Переспала бы с кем-нибудь за деньги? Нет. Да она уже готова, видишь, пуси просто лишь за пуси. Как ты относишься к семейным парам, которые устраивают полюби секс пуси. Втроем или вчетвером? Смотри, нас тут трое, вас двое. Катя, ау. Я отношусь к этому. Как монашечка. Нейтрально. Нейтрально? Просто долго может сгружать. Нейтрально, нейтрально отношусь я. Блин, я не могу тут пошутить как-нибудь, не знаю. Давай еще вопросы. Стоит ли пытаться вернуть парня, если он категорически не хочет возвращаться? Нет, я вычу. Хорошо. Стоит ли пытаться вернуть девушку, если она категорически не хочет возвращаться? А вы думали, что я типа отвечу, что это же девушка? Ага, конечно. Нет. А у тебя есть мужчина? Да. Сколько? Один. Единственный? Да. А что, он тоже в перископе с тобой там? Нет, ну редко, он не любит это. А что он не любит? Вот что-то на футболке написано? Нет. А ты хочешь этого, да? Поэтому ты надел на нее. Не получает мужчины, надел футболку. Эта футболка, вот он производит эти футболки, понимаете? Я ему сегодня парню скинула фотку этой футболки. А, ну ты же ее надела. Это трогал, эту футболку, придешь домой, помойся обязательно. Не надо больше носить его футболку. Вот так вот. А, вот так вот. То есть ты рекламируешь здесь все подряд, да? Нет. Ты рекламный промоутер? Я не раздаю листовки, хотя я... А почти... что ты раздаешь? Куда нужно кинуть мой мячик или как там вот этот покебол? Закатать в шар, да? Закатай в мою лузу, да? Давай еще. Сколько покемонов должен ловить твой будущий муж? Это вопрос каверзный. И где он? Не знаю. Одного тебя? Пикачу? Да, да. Как сейчас ей подходят молодые люди, знакомиться в центре города, вот, скажем, здесь подходят, в таком наряде в твоем? В моем? Ну, один был только Пикачу. Пьяный морячок, как это, с цветочками. Нет. Это с ним поплыло? Нет, я сказала. Корабль сломался? Нет. Корабль схватили пираты? Или он сам был пиратом? Или стал пиратом? Да. Ты могла бы с пиратом замутить? Ну, смотря с каким. Ну, у тебя же есть молодой человек. Ну, если Но с пирата пират, смогла бы. Если пират... Да, да, это другая тема, да? Давай еще вопрос. У тебя какое-нибудь хобби есть помимо... Хобби? Да, я пою, рисую. А, знаешь, похоже на девушку Афони еще. Помнишь, там она тоже рисует? Моша? Да, Моша. Не особо. Ну, похоже. Ты рисуешь? Да. Питерский вариант тогда. Что рисуешь? В смысле, я просто, я умею рисовать. Но в последнее время я мало рисую. Но рисовать могу что угодно. И мужские тоже, да? Да. А покемонов рисовала? Да. Дай совет всем подписчикам. Кто посмотрит это видео. Ну, как обычно. Подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не, ну понятно, а теперь о девушке. Ну, понятно. О девушке теперь, вот лично твой, индивидуальный. Совет? Да. На все случаи жизни. У тебя же много уже лет, да, там, наверное? Ну, ты молодая. Но ты же опыт у тебя уже был, да, опыт там, да, вот какой ты можешь. Вот, смотри, на нас смотрит. Hello! Я тут в отеле остановился, там, да, шикарно, 5 звезд. Да, вот там, Редисон. Вот, а? Никогда, сука. Видео снимаем. Никогда не останавливайтесь, так вот мой совет, никогда. Никогда не останавливайтесь, девушки, безопасно. Не останавливайся, иди к своей цели. Да. Отличный совет. Мы до вас догоним. Мы вас догоним. У тебя классный этот, удочка. Люблю таких, знаешь, там. Где-то я тебя видел, ты нигде не снимался, там, Рока Макафо какой-нибудь, нет? Нет. Похож, да, где-то что-то знакомый очень. Давай еще. Катя, давай что-нибудь скажи от тебя лично. Давай, поиздевайся, у тебя есть момент. Не, не люблю издеваться над девушкой. Да она готова на все. Как вести себя с девушкой, чтобы оформить на нее кредит в дальнейшем? Очень аккуратно. Деликатно? Да.
А как часто девушке надо дарить цветы? Или вообще это не главное? Про сектор пары там? Мне кажется, это не главное, потому что мне цветы одарили только два раза. И что, получилось у них? А вот парень мне ни разу не дарил. Вот так вот? А ты давно уже нет, с ним вместе? День рождения, наверное, да. Давно с ним вместе? 4 цветочка сколько. А, да, 2 года. 2 года уже? Нормально. Один раз. Ну да. Непорядок. Да. Это про цветы она говорит один раз. Я поняла. Ясно. Ну, спасибо тогда, что ответил на вопросики, несложные, да? Что, пожелаем тебе удачи с покемонами, да, так как говорится. А у них, кстати, бывает, как в GTA, знаешь, они занимаются любовью, покемон, нет? Или это детская игра? GTA занимаются любовью? Ну, там. Очень покоятся. Да-да-да. Это секрет, я никому не должна говорить. Ну, мы камеру выключим, потом ответишь. Ну, ладно, давай тогда, спасибо, давай, пока. Чао, пока. Ну, да, чтобы ты помахал. Все. Девушка играет на камеру, внимание. Молодая любовница в поисках приключения. О, мне же болит уже. Ты беременна, может быть? Мне там видно, прикольно. Ты беременна, может быть? Привет. Переведи, у нас мало кто английский знает, что написано. Подожди. Вот, давай в БМВ залезь, в 6-ю БМВ. Вот туда прямо. Нормально. Аккуратно. Ой, ты мою жабу снимаешь. Давай еще так. Там прикольно, атмосферненько, так полезли. Я добрый покемон. Я вижу. Еще 40 человек так подойдет, знаешь, обступить. Пикачу, я выбираю тебя. Выбираешь меня, на. Йоу, ни хрена себе. Мой маленький задрот. Скотч и замазка, смотри. Вась. Пикачу, я выбираю тебя. Ты еще маленькая. Давай такси останови и пообщайся с таксистом. Останови машину. Давай, чтобы тебя подвезли до кого-нибудь. Ладно, потрогай и все, давай его, давай. Не знаю, не. Хочешь у нее потрогай? Нет, я обкурена. Ты обкурена, подожди. Ого, ничего себе. Как ощущения? У нее надо спрашивать. Покрути ему соски. Ты испытываешь оргазм. Что, снимать твою попу, да? Кошмар какой. Тебе не стыдно? Хоть бы твою поснимали бы, да? Зачем? Не твоя, вот ты и бесишься. Черт. Задница в порядке. Чья? О, кого она там нашла? Ого, качельки. Это мой ресторан. Катюша? Да. Опа, что-то упало. Вань, давай, поддержи атмосферу. Что там болтается, оно сейчас все грязное. Да, во. О, ты весел. А вот. А почему за дискриминация? Почему только ее снимаешь? А у нас женщины только смотрят. Подписчики меня хотят. Ну давайте посмотрим, давай. Ну что, давай.
давай твою теперь попку. О, хорошо, хорошо, как ты ее, давай. Прям. Катюшина попка. Давай. О, вот, ты прям светишься все. Что-то на концу 30 рублей. 30 рублей. Так, дешево. Давай, заходи тогда. Нет. Мелочи нет? Тут можешь соединить телефон. Ты еще током ударит. Ты куда ее хочешь присоединить? Нет, соединить нельзя. Куда ты хочешь присоединить? Ого, ничего себе, нормально. Ого, стриптиз будет у нас сегодня. Ночная программа. А этот Путин опять нам подмигивает, мы уже проходим. Да. О, Путин, смотри. За нами следят, понимаешь. Да, следят за вами. Раз третий, наверное. Значит, ты патриотка. Кому скучно и одиноко, нечем скрасить вечер. Подписывайся на канал. Да. Воу.